После изменения системы финансирования городского приемника для бездомных животных, кошек и собак придется выпускать на улицу через 10 дней. На расходы по их передержке в городской казне средств заложено не будет. Свое видение решения этой ситуации предложила некоммерческая организация «Подари жизнь», которая занимается социализацией безнадзорных животных в обществе. Свыше 10 суток мы готовы предложить администрации, значит, содержать при ее содействии. Содействие заключается в следующем. Значит, представление помещения для организации передержек. Если раньше животные жили в приемнике и ждали своего хозяина, то теперь денег будет хватать только на отлов и стерилизацию. Руководство, медицинский персонал и волонтеры организации «Подари жизнь» готовы оказывать уход и полное ветеринарное сопровождение. Осмотр, диагностику заболеваний и другие необходимые процедуры. Силами волонтеров движения за месяц новый дом находят до 30-40 кошек и собак. В семьи пристраиваются животные, уже социализированные, по большей части стерилизованные, вылеченные. Так что проблем с животным очень мало, практически их нету в новых семьях. Буквально несколько дней назад в городе открылась ветеринарная клиника «Свой доктор» с круглосуточным стационаром. Она оснащена всем необходимым оборудованием, аппаратом для ультразвукового исследования, комфортной смотровой комнатой, операционной и лабораторией. Новая клиника занимает муниципальное помещение площадью свыше 100 квадратных метров. Животные не должны быть бездомными, да? Они должны быть здоровыми. Если заболели, соответственно, мы должны всегда иметь возможность их вылечить. И при этом, естественно, всегда должен быть у человека выбор. Либо он идет в ветслужбу обычную государственную, либо он идет сюда. Врачи клиники «Свой доктор» тесно сотрудничают с волонтерами приемника для бездомных животных. На плечах неравнодушных к судьбе кошек и собак лежит огромная ответственность. Животных нужно кормить и лечить, а на это необходимы немалые средства. Причем медицинское сопровождение требует наибольших вложений. В клинике «Свой доктор» врачи осматривают животных приемника практически бесплатно, а необходимую процедуру стерилизации проводят с 50% скидкой. Все животные бездомные рождаются дома. То есть есть такая проблема, что некоторые люди разводят животных в больших количествах и потом не отвечают за их потомство, и просто они оказываются или на улице, или в приемнике. Клиника «Свой доктор» работает в тестовом режиме с 8 утра до 5 вечера. В скором времени начнет функционировать круглосуточно. Получить консультацию квалифицированного ветеринарного врача и другие необходимые процедуры можно по адресу улица Зернова, 65. Дарья Цапарыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.